Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю закуску из баклажан. Она очень вкусная, нарядно выглядит и быстро готовится. Для этого мне понадобились баклажаны 2 штучки, помидоры 3 штучки, чеснока 3 зубчика, 2 отварных яйца, небольшой пучочек укропа, соль и 2 ложки столовой майонеза. Баклажаны мы нарезаем кольцами шириной в 5-6 мм. Мелко нарезаем укроп и перекладываем его в глубокую тарелочку. 2 отварных яйца нарезаем мелким кубиком и также отправляем к укропу. 3 зубчика чеснока пропускаем через чесночный пресс. По вкусу добавляем немножко соли и 2 столовые ложки майонеза. Все перемешиваем. Баклажаны выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. Я сильно не пережаривала, чтобы они не были твердыми. Баклажаны мы все пережарили. Помидорчики я нарезала тоненькими кольцами. На блюдо выкладываем вначале баклажаны. На баклажаны выкладываем начинку, а на начинку сверху колечки помидор. Затем опять на помидоры выкладываем начинку, на начинку баклажаны и на баклажаны опять же выкладываем начинку и накрываем, так сказать, помидорчиком в виде шляпок. Получится у нас как мухоморчики. Вот такие. Сверху я украсила майонезом, и у нас получились мухоморчики. Вот такие красивые. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!